Освещенность улиц – одно из условий качества жизни в городе. В Череповце протяженность сетей наружного освещения более 290 километров. Почти 10 тысяч фонарей работают на улицах и переулках, на внутриквартальных проездах и тротуарах. Обслуживанием всей этой системы занимается муниципальное предприятие «Электросвет». В 2017 году силами МУП «Электросвет» была выполнена замена голого провода на СИП. Ориентировочно больше 6 километров. Ежегодно наше предприятие меняет от 6 до 8 километров. За 4 года это нам позволило снизить аварийные ситуации с 527 штук до 150. На энергосбережение выполнена замена 386 светильников, что позволило сэкономить 227 тысяч киловатт в год. Также предприятием установлено 35 светильников большей мощности для улучшения освещенности пешеходных переходов. В списке еще не освещенных остаются 80 уголков Череповца. В основном это небольшие участки внутри жилых кварталов. Самые протяженные и самые приоритетные из них – почти 3 километра улицы Баршотской и около 1,5 километров пути развязки Октябрьского моста. Перечень утвержденный у нас есть, недостроено 50 километров сетей, а уже по деньгам определяет город приоритет и определяется строительство.